Чисто признаюсь, что марка Macadamia Professional мне сейчас очень-очень нравится, тем более, что там, где я живу, она доступна. Доступен весь ассортимент марки, доступны различные объемы, и я с удовольствием ей пользуюсь. В том числе у меня есть такой замечательный, сейчас я вам покажу, такая вот дорожная косметичка от марки Macadamia Professional, которую я вожу с собой, и сейчас я вам покажу, что у меня в ней лежит. Для того, чтобы пользоваться и ухаживать за своими волосами дома, у меня есть большие полноразмерные продукты, а в поездках я использую малыши, которые я могу спокойно с собой брать в салон, потому что я часто езжу совсем не сдавая чемодан в багаж, я езжу с маленьким чемоданчиком, и, соответственно, там мне нужны продукты объемом не больше 100 мл, которые мне могут разрешить принести с собой в салон. Итак, еще раз мой маленький дорожный набор от Macadamia Professional, в котором у меня всякие разные штуки, о которых я вам сейчас быстренько, очень быстренько расскажу и которые покажу. Во-первых, это шампунь. Это маленький вариант того шампуня, который у меня дома в полноразмерном большом литровом размере. Это Weightless Moisture шампунь в размере 100 мл. То есть Macadamia Professional как раз вот те самые баночки, которые подходят и которые проходят, которые я могу взять с собой в салон, чем, собственно, они мне очень нравятся, помимо их великолепного качества с дозатором. И также, если у вас есть, в принципе, один раз купив такие баночки и имея полноразмерные продукты, вы совершенно спокойно уже наливаете в них в каждую следующую поездку столько количества продуктов, сколько вам надо, и везете с собой. Также у меня есть шампунь Nourishing Moisture. Я решила попробовать еще один шампунь, потому что сейчас зимнее время года, сейчас в помещениях работают очень активно радиаторы, на улице мороз и ветер, и для того, чтобы волосы не становились более сухими, я решила пока что в поездках попользоваться более питательным шампунем. Это шампунь из линейки Nourishing Moisture. Это, соответственно, как раз та линейка, которая у меня большой кондиционер. И к нему же в пару у меня есть такой же маленький дорожный кондиционер, Nourishing Moisture, кондишнер. Вот, собственно, к этим двум шампуням и кондиционеру, как я уже показывала, вот такая же вот масочка из этой же самой линейки. К ним у меня есть вот такой вот несмываемый уход. Это Nourishing Moisture Oil Spray. Он совсем малыш, он в объеме 30 мл. Спрей с вот таким вот дозатором. Мне очень нравится, после того, как я свои волосы подсушила полотенцем, я наношу его по всей длине, делаю ровно столько пшиков, сколько мне надо, на себе я не экономлю, поэтому продукты я на свою длину и на свою густоту волос наношу достаточно обильно, массирую их длину, и дальше, как я вам уже рассказывала, сначала делаю пучок минут на 10-15, потом распускаю волосы и позволяю им высохнуть естественным образом. Также у меня есть вот такой вот Nourishing Moisture Oil Treatment. Это непосредственно масло. Если вот это вот oil spray, оно более легкое, то вот это вот масло будет более тяжелое, более густое, соответственно, более жирное. Честно говоря, я его еще пока не пробовала. Я надеюсь, что оно не пережирнит мои волосы. А если даже будет жирнить слишком сильно, я уменьшу количество нанесения и буду его наносить в первую очередь на нижнюю часть моих волос, соответственно, на то, что ближе к кончикам, потому что кончики, как известно, всегда более пересушены, чем корни. Помимо этого, в дорожном наборе у меня еще есть моно-саше той же масочки, которая у меня есть в баночке, этой же самой Nourishing Moisture Mask. Здесь как раз объем 30 мл, и даже мне, я думаю, этого хватит на полноценное одно применение маски в дороге, в поездке, для того, чтобы не возить с собой полноразмерный продукт. Пожалуйста, оставайтесь со мной. Если вам нравится, ставьте пальчики вверх, пишите комментарии, замечания и пожелания внизу. Спасибо большое, что остаетесь со мной. Впереди еще очень-очень много всего интересного. И пока-пока-пока!